Всем привет! Сегодня мы будем играть в Спинтариас. Играл я тут, короче, и получилась такая вот канитель у меня. То есть, ну, машина, как бы она немножко потонула. Брёвна не спасли. Я думал, она поплывет, но нет. Нет. Она не поплыла. До берега, ну, в принципе, половину пути я проехал, да. Это у нас получается край границы карты. Как вы думаете, кстати, что это за тачка? Если кто знает, пишите в комментах. Вот у меня мигалки там торчат. Ну, это единственное, наверное, что торчит от кабины. По месту расположения карты это находится, ну, вот здесь вот. То есть вот тут я ехал по краю карты, и случилась такая вот беда. Короче, не ездите тут. Итак, надо пересесть в другую тачку. Нажимаем. Ай, нет, это прицеп. Так, ладно. Приблизим. Где у нас машина-то? Ёж, твою мать. Маркеры ставятся. Машина. А что это? Что это? Где машина? Что? Что происходит? Твою же мать! Твою же мать, она в небе! Она в небе, ребята! Блин, надо фар включить. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, что мы будем делать? Надо ее, блин, завести, что ли. Так. Туз двигателя. О, завелась. Главное, все работает, ребят. Сейчас мы будем выезжать в космос. Ай, да, поехали. Что-то хреновато тянет. Хреновато. Так, ладно. Чтобы сделать такого, чтобы она упала. Блин, а вдруг, если она не упадет? Давай зацепим прицеп. Прицеп. Опа. Блин, как его согнуло. Вы это видите? Его гнет. Его просто жестко гнет. Твою мать. У меня сломался двигатель. Что же это происходит? Что это вообще такое? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Двигатель, двигатель. Давай, родной, давай, поехал. Давай, лебедочкой, сейчас мы лебедочкой ее тяганем. О. Так. Ну. И цепляем. Что же ты? Газуй давай, братан. Газуй, тяни. Тяни, газуй. Газуй и тяни. Офигеть, я вижу крышу гаража. Блин. Вид сверху называется. Как же ты сюда улетел, ты ёж твой пендель. Это вообще неинтересно. Мне нужна эта машина. Что мне теперь делать? Что это за лах такой? Блин. Ладно, пересядем. Пересядем вот в эту. И поедем, посмотрим, где она там в небе у нас летает. Та. Так, 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 так. Как же посмотреть-то, блин? Вверх карта не листается у нас. Точнее, камера. Тьфу. Камера, камера. Ладно, запустим двигатель. Сейчас, может, что-то мы придумаем. Давай, родной. Жми, отец. Газуй. Сейчас я... Так, куда же встать-то? Куда поехать? Чтобы нам увидеть ее. Ладно, включим эту камеру. И... Попробуем его. Во. Во. Вверх смотрит. Вообще красава. Красава, молодец.
Разработчики, вам респект. Камера вверх все-таки смотрит. Так. Поехали, поехали. Искать мою машинку. И что же это делается? И где же ее шинки? Блин, бред какой-то несу. Ну ладно. Так. Чё-то я ее не... Блин, урон 25, в небо засмотрелся. Так. Тут ее нет. Тут ее тоже нет. Да блин, где же она? Чё, солнце слепит, что ли? Я ее типа не вижу поэтому, да? Или она высоко где-то в космосе? Что это вообще за такая канитель? Блин, ребят, короче, если у вас такое было, пишите в комментах обязательно. У меня такое лично первый раз. Ну, чтобы тачки в небо улетали и прицеп так гнуло, это я такого еще не видел. Ладно. Ставьте лайк, ребят. Подписывайтесь на канал обязательно. Впереди будут самые вообще интересные, крутейшие просто видео по играм. Если какая-то игра вас интересует, пишите в комментах. Вот. Ну, я с вами прощаюсь. Всем пока и до новых встреч.